Вот это мой друг, внук Андрей. Андрей Новичков. Это фамилия, пожалуй, теперь уже самого известного одесского моряка. Почти 2 года наш земляк не мог вернуться домой. Он находился в Иране, где ему грозила смертная казнь. Каким был путь спасения одессита, расскажем далее. Как и все одесские моряки, он устраивался на работу по контракту в иностранные компании через фирмы, помогающие в трудоустройстве моряков. Андрей Новичков спешил. Очень нужны были деньги, так как тяжело болела его мама. Огромные суммы ежедневно уходили на лечение. А в рейс 3 месяца уйти не удавалось. И тут вдруг удача. Все подходит, его берут. Контракт заключили быстро. Он ушел в рейс старшим помощником капитана на судно «Аризу» государственной компании Ирана. Однако в пути в Южно-Китайском море случилось ЧП. Палубный матрос иранец выпал за борт. В его гибели без каких-либо доказательств обвинили Андрея Новичкова. За вменяемое ему преступление там полагается смертная казнь. Второй секретарь посольства Украины в Иране Виталий Заянчковский сообщил его бабушке Елене Вероновской, что Андрею выделили государственного защитника на суде, но он, по словам дипломата, никак не отстоит интересы украинца в Иране. Секретарь МИДа посоветовал нанять частного адвоката. Ему нужно было заплатить 7 тысяч долларов, что и было сделано, но результатов не принесло. Долгих 7 месяцев провел в тюрьме Тегерана одесский моряк Андрей Новичков. Когда обвинения начали распадаться на глазах, но одесского моряка из тюрьмы так и не отпустили, стало понятным, что у иранской стороны, организовавшей этот процесс, имеется какой-то свой мотив держать за стенках украинского моряка. Очень скоро он выяснился. В Харькове за шпионаж был задержан гражданин Ирана Али Джадуэль. Дело приобрело исключительно политический характер. Иранская сторона требовала обменять своего гражданина на нашего соотечественника. Куда только не обращалась за эти 7 месяцев Елена Вероновская. Писала и в международные организации, связанные с защитой прав моряков и прав человека, Верховному комиссару ООН, в Международную Хельсинскую ассоциацию, Международную федерацию по правам человека, Международную морскую организацию, в Международную федерацию транспортных рабочих ITF, была на приеме у первого заместителя министра иностранных дел, в приемной президента Украины, приемной омбудсмена. Ее переписка с посольством Украины в Иране представляет собой увесистую папку, но результата, увы, не было. Из официальных инстанций в ответ приходили одни отписки. И тогда Елена Николаевна решила обратиться за помощью как в последнюю инстанцию на прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Я обратилась к Сергею Васильевичу, подала пакет документов. Сергей Васильевич, ознакомившись с документами, будучи сейчас в Одессе, решил пригласить меня на прием, чтобы я ему изложила. Он пообещал, что он со своей стороны. И я надеюсь, что вот его мастерство дипломата и юриста даст возможность закончить дело. И так как он говорил мне, что будем встречать вашего внука в аэропорту по возвращению, я на это надеюсь. Данную проблему Сергей Кивалов сразу же взял под личный контроль. Дело сдвинулось с мертвой точки. Парламентарий направил несколько депутатских запросов в Министерство иностранных дел и обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы на наивысшем уровне разобраться в ситуации с задержанным иранцем Али Джадуэлем, которого Иран требовал обменять на Андрея Новичкова. Также состоялись 2 личные встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Украины в Иране Мохаммадом Бехешти Манфаредом. В результате Андрей Новичков был освобожден из тюрьмы Эйвен и взят на поруки консула украинского посольства. К спасению украинского гражданина также подключилась народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Поддерживали Андрея Новичкова и 1000 одесситов, которые на протяжении всего этого времени выходили на многочисленные акции, чтобы спасти одесского моряка. Еще в середине мая с такими призывами к украинским властям и дипломатам сотни неравнодушных граждан вышли в Кировский сквер. Флешмобом они постарались привлечь внимание к судьбе украинского моряка и заодно собрали подписи к петиции на сайте президента. Нам надо собрать 25 тысяч подписей, поэтому вот этот собрали неравнодушные ребята, и они ищем, чтобы собрать этих 25 тысяч подписей. Вот этот сайт, и неравнодушные друзья присоединятся, он бесплатный, и ничего не нужно, только свое сочувствие и согласие подписи подписать. Я была приемной президента Министерства иностранных дел, у омбудсмена, у посла Ирана. Пишу, у меня целая папка документов, запросов и ответов. И это ответы все никак. Единственное, мы рассчитываем на депутата Верховного Совета Кивалова, который, заключив договор с посольством Ирана, организовал свою группу поддержки из 6 человек депутатов Верховного Совета. Они выступают с трибуны, что незаконно задержанный украинец.
На флешмоб пришли друзья Андрея и те, кто с ним не знаком. Поддержали акцию студенты Одесской юракадемии, Международного гуманитарного университета, молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее» и представители молодежной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова. Андрей задержан в Иране. И в данном случае светские законы, то есть законы европейские, не действуют. В Иране действует религиозное право и законы шариата. Согласно законам шариата, произошла смерть мусульманина. И в данном случае вступает в силу закон о кисасе, то есть о воздаянии равным за равное. Он означает, что если умер мусульманин, за это кто-то должен ответить. Молодежная платформа «Будущее» совместно со студсоветом юридической академии, совместно с молодежной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова, организацией «Будущее Малиновского района» и ряд еще молодежных организаций, мы решили присоединиться к этой акции, потому что нам сегодня, и особенно молодежи сегодня, не безразлична судьба Андрея, потому что Андрей – это одессит, Андрей – это гражданин Украины, и мы должны сегодня делать все для того, чтобы он был на свободе. Сегодня, на сегодняшний день уже с Сергеем Киваловым, народным депутатом, сделаны запросы для того, чтобы, и сделаны уже шаги для того, чтобы, скажем так, максимально приблизить момент, когда Андрей вернется сегодня в Одессу. Тем временем вопрос приобретал всеукраинский резонанс. Эта проблема громко прозвучала в стенах Верховной Рады на брифинге, в котором приняли участие Сергей Кивалов и бабушка пленного моряка Елена Вероновская. Я имею связь с МИДом Украины, звоню каждый раз второму секретарю, спрашиваю за Ячковского. На сию минуту юридическое доказательство вины моего внука есть? Нет, мне отвечают. Юридического доказательства нет. Обращаюсь во много инстанций. У меня пакет документов 143 листа, куда я обращалась. Я ездила на личный прием к президенту, но принимал его помощник. Я ездила на прием к Климкину, тоже принимал помощник, к омбудсмену. Все то, что мы обращаемся, они отписывают, что, рассмотрев данный вопрос, мы отправили в МИД для рассмотрения. МИД один этот решить вопрос не может. Когда остро стал вопрос о месте проживания Андрея, так как судовладелец отказался оплачивать его пребывание в одной из гостиниц Тегерана, по ходатайству Сергея Кивалова была решена и эта проблема. Украинский моряк проживал в домах украинской диаспоры в Иране. Несмотря на имеющиеся показания экипажа судна о невиновности и непричастности одессита к произошедшей трагедии, он больше года находится под следствием и под подпиской о невыезде. Писали десятки депутатских запросов, обращались в Министерство иностранных дел. Я лично встречался несколько раз с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране. Мы обсуждали вопрос, связанный с освобождением Андрея Новичкова. Я встречался с генеральным прокурором Украины и обсуждал эту проблему, которая существует вот сейчас в отношении Андрея. Я хочу обратиться к президенту нашей страны с тем, чтобы он включился в этот процесс, потому что другого варианта нет. Мы все правовые рычаги испробовали, мы все сделали, только сегодня вопрос стоит за гарантом Конституции. По-своему обратили внимание общественности на судьбу Андрея Новичкова студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юракадемии. На 8-й станции «Фонтана» они организовали благотворительную акцию «Киновечер в поддержку земляка». Все собранные с киносеанса деньги они направили на помощь Андрею и его бабушке. После вмешательства президента университета Сергея Васильевича Кивалова, Новичков Андрей уже отпущен из иранского СИЗО под поручительство консула. Для этого Сергей Васильевич встречался с иранским консулом в нашем государстве. И вы знаете, сейчас зарегистрирована петиция на сайте президента нашего государства. Эту петицию активно поддерживают студенты университета, голосуют. И ситуация вокруг Андрея Новичкова не может оставить равнодушным, наверное, никого, потому что это человек, который живет в моем родном городе, он занимается профессией, которая всем нам близка, ну и зная те жизненные обстоятельства, которые у него сложились, честно говоря, очень трудно оставаться в стороне. Мы с моими друзьями знаем, что составлена петиция на сайте президента Украины о том, что нужно человеку помочь, мы все подписались.
Затем в поддержку Андрея Новичкова на сессии Одесского горсовета выступила депутатская фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. В сессионном зале присутствовала и бабушка моряка, которая, несмотря на преклонный возраст, продолжала делать все возможное, чтобы спасти внука. Было направлено очередное обращение представителю Министерства иностранных дел Украины в Одессе с просьбой оказать содействие в освобождении одессита, которому на чужбине грозит смертная казнь. Спустя несколько дней в горсовете прошло заседание, в котором приняли участие руководители депутатских фракций горсовета и единогласно поддержали решение проинформировать всех госчиновников и коммунальные службы о подписании петиции президенту. После этого Елена Николаевна снова была на приеме у Сергея Кивалова, где ей сообщили о выделении финансовой помощи для оплаты адвоката. Кроме того, обсуждались дальнейшие действия. И уже в конце октября народный депутат встретился с президентом Украины, который пообещал поспособствовать возвращению домой нашего соотечественника. А одесситы продолжали проводить различные акции, чтобы ускорить обмен украинца на иранского подданного, задержанного в Украине. В Парке Победы курсанты морского училища номер 3, студенты Одесской юрокадемии Международного гуманитарного университета, а также активисты молодежной платформы «Будущее» выстроились в якорь в районе стелы «Крылья Победы». После моего посещения последнего на позапрошлой неделе с Сергеем Васильевичем, он поехал в Киев, записался на личный прием к президенту Петру Алексеевичу Порошенко, и он мне позвонил, что была длительная беседа между ним и президентом. Президент сказал, что ему комиссия подаст документы в самый кратчайший срок на подписание, он подпишет, и что согласно процедуре Андрей должен будет возвращен в Украину в первой половине ноября. Мы вышли на акцию протеста, чтобы Андрея отпустили, потому что его вина не доказана. И мы все дружная семья моряков, чтобы один за всех и все за одного должны стоять. И чтобы он понимал, что все вокруг собрались, чтобы помочь ему как-то, хоть морально. Что они увидели, что ему уделили какое-то внимание. Что Одесса ценит своих моряков. Одесса любит свой народ. Такие мероприятия, они важны не только для мореходства или освобождения, они важны для объединения Украины. Удар это очень серьезный, и это самое малое, что мы можем сделать в честь солидарности с моряком. Результатом многочисленных усилий стало то, что Петр Порошенко подписал указ о помиловании иранца Алиджи Дуэля. Теперь стал возможен равноценный обмен украинца на гражданина Ирана. Эту радостную новость Сергей Кивалов лично сообщил Елене Вероновской в преддверии новогодне-рождественских праздников 31 декабря. Вы с такой болью это все рассказали, я прочувствовал. И вы знаете, для меня это был вопрос номер один. Я ложился с этой мыслью, поднимался с этой мыслью, как помочь. Ради этого я вступил даже в группу дружбы парламента Ирана и парламента Украины. Я тогда имел возможность уже больше влиять. Я встречался с парламентариями Ирана. То, что вот сейчас произошло, что все-таки президент подписал с вашей Божьей помощью, подписал этот указ об помиловании этого иранца, и что будут менять на Андрея, я счастлива безумно, за что я вам очень-очень благодарна. За всю вашу действительно отеческую помощь, что вы прониклись судьбой моего внука и приняли. Никто так не принимал такого участия. Я этого указа ждала как бы продолжение своей жизни. Вот потому что я не мыслила, что я не имею права умереть. Он у меня один, и я у него одна. Он приехать должен в свою квартиру, и я его должна встретить. 10 января украинский моряк Андрей Новичков, освобожденный из иранской тюрьмы, вернулся в Украину. Самолет с ним на борту прибыл в аэропорт Борисполь в 8 утра. Новичков отметил, что чувствует себя хорошо и физически, и психологически. На брифинге одесский моряк поблагодарил всех, кто приближал день его освобождения. Тоже спасибо Кивалову. Отдельное спасибо. Ну и, естественно, что гражданам Украины, которые в стране, в аут страны, вот, друзьям, родственникам, бабушке моей. Она у нас никогда не сдается, молодец. Вот. Спасибо тем, кто помогал, и спасибо тем, кто не мешал. Сразу после брифинга Андрей отправился в Одессу, где его встречал единственный родной человек, бабушка Елена Вероновская. Она также вспомнила всех, кто помогал ей в спасении внука. Когда Сергей Васильевич приехал и знакомился с бумагами, он попросил
чтобы я приехала на следующий же день. У нас была длительная беседа, и он сказал: я как депутат обещаю вам, что я приложу все усилия, и мы будем встречать вашего внука в Одессе. А это все случилось, и на сегодняшний день он вот стоит на пороге своего дома. Кроме того, Андрей Новичков в очередной раз подчеркнул, что во время работы на судне профессиональное качество команды ставил превыше всего. Палуба – не место для выяснения личных отношений. Как у вас были отношения с этим парнем? То есть вообще какие-то были? То есть... Какие отношения? Ну, он все работает и все. Ну, не совсем работает, он ленивый. Рабочие, подчиненные. Какие могут быть? Личные отношения я на работе ни с кем не строю, у меня разграничения с ними. Я отдельно, они отдельно. Все ясно, четко и понятно. Несмотря на колоссальное внимание к судьбе моряка со стороны СМИ и многих политиков, ситуация не повод для политической рекламы, считает бабушка. Те, кто действительно помогал решить проблему, вели кропотливую работу долгое время. На сегодняшний день есть много нерадивых политиков, которые и средств массовых информации, которые перед выборами хотят себе присвоить баллы за то, что они не делали. Много каналов и много политиков, которые освещают этот вопрос, не сделали ничего. Но на сегодняшний день самую громадную работу, которую юридически сделал, это Сергей Васильевич Кивалов со своим аппаратом, со своими помощниками. И благодаря ему Андрей сегодня возвращен. Когда я была у него на первом приеме, он сказал: Елена Николаевна, я обещаю, что правда восторжествует, и мы Андрея возвратим. Я не верила, что это произойдет, но зная цель и юридическую сторону дела, Сергей Васильевич шел неотъемлемо вперед, за что я ему очень благодарна. И я, и Андрей понимаем, сколько сделано Сергеем Васильевичем. Благодарю, еще раз благодарю. За то, что мой внук, я счастлива, что мой внук теперь дома. Бабушка моряка обила пороги десятков инстанций, дошла и до Министерства иностранных дел, но в основном ее проблемой там не занимались. Я пишу, допустим, на двух листах, они мне отвечают на четверть листа. Я даже Министерство иностранных дел один раз сняла ксерокопию их ответа. И опять мои вопросы, которые я задавала, я им послала вторично. И спрашиваю: я недовольна ответом, не удовлетворена. Может быть, не полностью прочитали мои запросы, почему я запрашиваю Министерство иностранных дел? Вы мне пишете отписку. Меня это не устраивает. И они потом немножко стали лучше отвечать мне. Но те запросы, которые давал Сергей Васильевич, и у меня есть ксерокопии этих, они уже отвечают на основании законов, статей. Они понимают, что они перед Сергеем Васильевичем не могут опровергнуть его доказательства. И благодаря его постоянной работе для того, чтобы освободить Андрея, правда восторжествовала. На следующий день народный депутат Украины Сергей Кивалов, который около года боролся за освобождение незаконно задержанного в Иране одесского моряка, встретился с Андреем Новичковым и его бабушкой Еленой Вероновской. Они обсудили долгий путь спасения нашего земляка и вспоминали о том, сколько усилий было приложено, чтобы это свершилось. Когда Сергей Васильевич вник в это дело сдвинулось с метра той точки, особенно, наверное, после того, как он посетил президента, доказал ему, согласно документам, что Андрея нужно освобождать, можно освобождать, и воспользовались этим моментом, и все-таки президент подписал тот необходимый документ, который дал возможность Андрею вернуться домой. Благодаря Сергею Васильевичу и всем неравнодушным людям. Возвращение Андрея на родину стало общей победой всех, кто прилагал к этому свои усилия. Эффективные действия депутатского консульского корпуса и руководства страны дали свой результат. Мы писали соответствующие письма и убеждали, что Новичков не виновен, потому что по международному праву за все, что случается на судне, несет ответственность капитан судна. А Новичков Андрей, он старший помощник. Мы сделали все для того, чтобы поднять эту тему и для того, чтобы все услышали. А как по-другому? Ну, отмахнулись
первый раз от бабушки. Она в течение года ходила, никто ее не хотел принимать, никто не хотел с ней разговаривать. А когда общественность поднялась, когда мы заговорили, когда я пригласил бабушку в Верховную Раду, и мы говорим, что помогите, и с трибуны Верховной Рады обратились к президенту. И тогда все услышали. Тогда и Министерство иностранных дел услышало, служба безопасности, и контрразведка, и президент. Политик также подробно рассказал о том, как проходила его встреча с президентом, после которой и был подписан указ о помиловании иранского гражданина. Я выступал от имени всей Одессы и просил его от имени всей Одессы. Одесса поддержала вас, и я имел полное право говорить об этом президенту страны. Освобожденный моряк в очередной раз поблагодарил всех, кто был неравнодушен к его проблеме. Встретились, пожали руки, спасибо. Спасибо, реально спасибо за помощь. Как минимум, он все время поддерживал бабушку. Помогал с спорами этих петиций, флешмобов. То есть, спасибо. Всем спасибо и всем, кто присутствовал. Сергею Васильевичу и всем, кто вообще отзывался там. То есть, всем спасибо. Спасибо тем, кто помогал и тем, кто не мешал. Это очень трогательная встреча. Это благодарность большая за его внимание и проделанную юридически грамотную работу, кроме него грамотную такую работу никто. И я сколько ни добивалась бы, у меня бы этого никогда не вышло, потому что он юрист высшей категории. И он знал, как юридически решать эти вопросы. И благодаря ему, и благодаря депутатов, которых он привлекал к этому делу, и службы, которые он доказывал им, что они должны поддержать одессита. Без такой помощи Андрей бы не был в Одессе. Случай с Андреем Новичковым не единичный. Сегодня помощи и решительных действий от родного государства ожидают тысячи других украинских моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду. Сергей Кивалов – один из тех, кто последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом. Ну что, они виноваты сегодня, моряки, которые ходят под чужим флагом? Это государство виновато, это они их довели до того, что они вынуждены выезжать в другие государства, чтобы работать, потому что здесь не могут обеспечить их работой. Вот в чем проблема. А Одесса всегда отличалась тем, что здесь каждая четвертая семья имела отношение к морю и к морехозяйственному комплексу. И сегодня у нас же флота нет. У нас же в Украине развалили полностью, растащили, разворовали Черноморское пароходство, где было почти 300 судов. Народный депутат создал рабочую группу по оказанию правовой помощи и защите прав моряков при юридической клинике. Также сделан еще один шаг к решению данной проблемы. Кабмин поддержал инициативу Сергея Кивалова и утвердил новую редакцию морской доктрины Украины. Следующим этапом должна стать ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве, прозванной Биллем о правах моряков.